14 марта 2022 года, город Иркутск, Аликина Любовь, корреспондент московского журнала «Экократ». Ну вот сейчас у нас запись круглого стола, который прошел 11 марта 2022 года в городе Иркутске, в лимнологическом институте, накануне отъезда семинар, научный семинар, который проходил здесь 3 дня, прошел круглый стол, на котором председательствовал председатель подкомитета, образованный подкомитет по Байкалу в рамках комиссии по экологии и охране природы. Ну, не буду называть, как это четко называется, для того, чтобы всем было понятно. И здесь поднимался вопрос правоприменительной практики на озере Байкал. Здесь конкретно собрались ученые-мужи, которых и спрашивали, что же конкретно в рамках законодательства необходимо заменить, изменить, внести какие-то поправки в законы, либо принять новое. В том числе и предлагалось построить экопоселение. Это предложение было от председательствующего депутата Государственной Думы, председателя подкомитета по Байкалу, значит, Будуева Николая Робертовича. Там где-то в западной части России такие экопоселения создаются. Ну вот и здесь захотели на берегу Байкала некоторые московские садоводы-огородники создать экопоселение. Ну, я категорически против. Ирина Ильинична Орлова, ученый-секретарь, который сейчас будет перед вами немного, я вам покажу в записи ее выступления, высказанное ей мнение. И в отношении изменений законодательства я так же, как и Ирина Ильинична, категорически против. Это я писала, будучи участником данного круглого стола по видеоконференц-связи, в чате свои комментарии я оставила, в которых я сказала, что менять закон совершенно нельзя. Виталий Валентинович Рябцев такую же точку зрения высказывает, в том числе Ирина Ильинична это высказала. Нужно просто соблюдать закон. У нас сегодня почему-то законы не исполняются, но за это никто не наказывает. И вот Ирина Ильинична высказала свою точку зрения на обсуждаемый вопрос по правоприменительной практике на озере Байкал. Первое, что хотела сказать. Мне кажется, что в научном сообществе в принципе недопустимо ставить вопрос о смягчении требований в отношении озера Байкал. То есть слово «смягчение», по моему мнению, неприменимо. Можно говорить, безусловно, об эффективности, о соблюдении требований граждан, о соблюдении ситуации и так далее. Но говорить смягчение нельзя, потому что, возможно, наука единственная пока преграда, с которой, ну, хотя бы делают вид, что считаются. Мы видим, какая ужасная у нас ситуация по поводу ПЦПК. И если сибирская наука будет говорить, что «а давайте», то тогда вообще можно закрываться. По крайней мере, научный совет по Байкалу точно не будет. Это первое. Второе. Мне кажется, что нет гарантии о том, что туризм будет увеличиваться. Много других входящих обстоятельств, помимо того, что народ захочет отдыхать, у него может не быть такой возможности. Наверное, эти оценки пока трудно делать. Возможно, они какие-то научно обоснованные, но мне кажется, что пока еще мы не в состоянии оценить все обстоятельства. Следующее. Предлагаю не ставить вообще вопрос о применении нормативов и применении правовых норм, касающихся дальневосточного гектара. Да, это тоже вопрос был очень интересный. Как вы знаете, два субъекта у нас в федерации, да, вы знаете, из Байкальский край, они сейчас в Дальневосточном федеральном округе. И длительное время на депутатской группе Байкал как раз обсуждалось в прошлом, обсуждалось
о том, что Дальневосточный Кыргызстан в центральной зоне. 11 марта 2022 года. Любовь Аликина. Ну вот, конкретно. Вы понимаете, как это будет сделано? Вот такое обсуждение здесь состоялось. К сожалению, у меня закончился заряд на камере, и не до конца была записана работа данного круглого стола, который планировалось провести в течение часа. Продолжался он по времени гораздо дольше, 1:37. Ну и здесь Ирина Ильинична еще говорила в своем выступлении об эко-поселении. Она одобряла, но одобряла в рамках уже существующих поселений, населенных пунктов, городов, которые есть на берегах Байкала. То есть внутри данных поселений граждане, проживающие, обязаны жить в рамках эко, соблюдая все природоохранные и санитарные законодательства. Возможно, так и должно быть, но сегодня же тот же Фалейчик, который здесь выступал на круглом столе, говорил о том, что у нас правовая аномалия существует на байкальской природной территории, и ах, такие рассеки людям жить не дают, а бедные несчастные человеки, населенные, населяющие берега Байкала, притесняются со всех сторон. И более того, в продолжении вот этого круглого стола у нас тут буквально недавно Игорь Иванович Кобзев, наш губернатор, был на территории Ольхонского района и пообещал населенным пунктам послабление-то сделать. Вот знаете, когда звучат такие фразы, хочется сказать: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И прежде чем кому-то поддакивать и удовлетворять требования пожирателей Байкала, как говорит Виталий Валентинович, необходимо все-таки сначала потребовать соблюдения действующего закона. И ни в коем случае закон об охране озера Байкала отменять нельзя. Менять нельзя. Вот как он написан, вот так его и нужно соблюдать. Сегодня у нас нет законов прямого действия. А до тех пор, пока их не будет, а будут огромное количество нормативно-правовых актов, которые вводят в него, а порой противоречат, изменяют закон настолько, что фактически даже не знаешь, а для чего эти депутаты Государственной Думы у нас есть. Вообще, что они делают? Для чего менять законы, которые тогда ученые мужи, вот Галазик, в отношении которого научный семинар был создан, 100 лет со дня его рождения. А он тоже участвовал, как и Шабхаев, в разработке этого закона по охране Байкала. Почему сегодня нужно его изменять и послаблять в интересах пожирателей Байкала? Вот я категорически против. Вот об этом, собственно говоря, и прошел круглый стол. Говорили немного о микропластике, в том числе и территории Ладоги поминали здесь ученые мужи. Говорил Воронин Виктор Иванович о болезнях на склонах Мардабана, хвойных наших деревьев, которые уже уссурийский полиграф прошел, водянка, кедрач у нас погибает, что это шелкопряд, и иные болезни деревьев, которые сегодня должны быть подвержены санитарным рубкам. А так как это Байкальская природная территория, центральная экологическая зона, и здесь запрещено. И свое предложение в виде документа он подготовил и по окончании круглого стола передал Николаю Робертовичу. И вот из всех присутствующих он один, который был с документом, конкретно обозначив тему, предлагал ее решение. Как это будет выглядеть? Будет ли это рабочая группа, которая создана под комитетом, работать так, как нужно именно экосистеме Байкал, озеру Байкал, а людям уже во вторую очередь. Будем посмотреть по истечении времени. Но то, что следующее заседание этой рабочей группы назначено раз в квартал, я так думаю, что результата ждать не придется. Спасибо. Любовь Аликина, город Иркутск.